Всех привет! Водный путь Йордан. Я уже не знаю, как все это да продолжать. Потому что, да, у меня объяснили. Иоанна Стоева, Сенова, USA, Трамп вчера хотел только, чтобы у меня память в телефон. Я продолжал удалять старые роликах. Таким образом. такая была цель. Вот, да, Людмила. Юан. Кто? Кайпал людей в реку, да? Люди мыл. Мыло для людей, чтобы они могли стерять свои греха, гряха, гряхах, и потом начнят опять делать их снова вчера объясняли, вот дали ответ Екатерину, почему орден? Ну вот, э, да э, Элиас Канетти э экономика та женщина, да, там тоже э, должен быть на того объяснять, Инна Муравейский тоже предатель, да которая вчера организовывала все это где я так чисто сердечно прибыл грязная картина та, которая находится вверх, тоже думаю, могу увидеть, как она раздвоена. Фиг глаза, у нее в глазах, вот она, когда меня встречает, всегда плакает. Ну, не знаю почему. Может быть, помогает. И это у нее таким образом плохо будет в будущее, а может быть наоборот. Она тоже женщина, если помогает, пусть это плохо для нее, если если пусть мешает, она понимает, как это предатель России тоже. Вот э, все те карточки, которые мы меня вы, э, обманули, делали мою дочку, тогда вы отлично знаете, как это произошло. Что ж э, в тот момент все украинские э, ублюдки, которые находились на озере, э, гребцы, да, они да, меня не давали даже десять из десятки все время говорю, что меня будут убить. И что я же урод, я что-то... Очень плохо было все. видно, кто делал на самом деле. А... П -п 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 -п... Гина что ж там нового, ну, это ясно. Вот а, прошлого, как все шло, кто Украина, кто это заплатил, Гина, Гинка 5, там, ну, говорят, да у нас тоже так получается, как у тебя. Вот контроль весь еще у них. А для Тажана пусть должен быть объяснят. Блядь, я эти все забыл из прошлого. Я был тогда ребенок. У меня, были 14-15 лет. И, и выводах из моего детства делать это. Это сейчас меня они. Думаю, чтобы обманивать, чтобы продолжал удалять других важных роликов, из, которые сделал раньше. Ну, вот, давайте объясним, пусть да, она пришла, какая-то истеричка, э, начала меня быть, я же э, э, защищился. Потом она сейчас вышла, говорит, что она закончилась э, э, нацизм. Мой папа нацист не был, наоборот. Это Гина, которая э, пришла, никто ее не хотел. Он, да, он физически расправлялся многие раз на нее. Но он, что смог сделать? он не как Гитлер пошел там на того, нет, она приезжала, и он всячески хотел избегать эту ту женщину, ну, так как и я, вся моя жизнь, из все, Ну, первым пытаюсь, да, что-то сделать, первый, первый раз я эту сияну, да, так был, у меня была агрессия, потом сияну не трогал, ну да, обижал, точно, обижал, вот, это говорю правду, что она сука, блядь, и все, она уничтожила нас семья, оставила нашу дочку без отца, ну, то, что сейчас хочет, ну, пусть, отлично, там, они сам собой скушали потом, когда я отсюда уезжаю, вот, а третье, не хотел ее даже не разговаривать с нее потом, после того, что, слышь, дорогая, ты, ну, отлично, сделала, сделала, пусть, я уезжаю, вот, все, то, а, та Жанна, просто как, как произошло все, ну пришел у нее а, взрослый брат с какого-то другого другом меня а, Кик, это как называется по-русски, ну, по, -по, -по жопам с, с нога Смотри на них, думаю, блядь, взрослый человек, ты можешь заниматься, в общем Потом думал с их, их найти по, по одиночку, да, думал Я думал, а, задумался, вот если у меня сестра была, право она или нет, тоже хотел бы я ее защищить. Да? А сейчас вообще не так. Ну, оставил весь все это. И больше не занимался. А вот а, да, Жанна, может быть, задумал, что все, вот. Я что-то хорошее сделал. Так и говорил о всех. Я говорю, ты, блядь, слышишь, я с... рот буду закрыть за то, что я плохо сделал, чтобы два-три э, раза тебе дал э, Дары. Ну, они были такие, только чтобы она отехала от меня стоять. С а как точно, как моя та и Иоанна, то есть самого дева, блядь, блядь я, что с вами происходит? У вас какой-то демон находится, блядь. Вот, потом, а, может быть, та было самое, которое мы работали вместе. С Зара, да, женский сектор, извините, детский сектор, может быть, та, и что наши дети учат на такие лесбийские вещи я не могу знать но потом у нее были дети я думаю муж, что-то там все нормально мы были друзья может быть там что-то что я ее не смог вспомнить ли что-то ну извини вот по Поним... нему должна понять что у тебя жизнь как-то здесь осталась я ж... у меня многие вещей случились тоже ну, друзья были мы вот все но у меня ничего нацистского, хитлерыского. Все это вы поставляли. Гина покупала какие-то зеленые одежды, которые я отказывал одеть, конечно. Все. И сейчас так происходит. Как все? Ну, вот так. И историческим планом, конечно. То наши предатели, собственные женщины, которые через э, Германию, Гина, Индию, думаю, там что-то, да, индоевропейцы, пусть э, они э, на нами, по заказам США сейчас, но ну, США тоже эти самые, которые каким-то образом, да, из Египта, вот все это идет, идет и это так, и так, и так, вот только наш президент это хочет исправить, а да? конечно, нелегко, потому что мы всячески еще у них в руках стоим, они говорят, пусть без нас не справитесь, без специалистов, так что без западных, да. Ну вот мы с вами разобраться, имею в виду, быть врагом не хотели, вы против нас все это делать, мы защищаемся. Ну как защищаться от вами, с э, вашей помощь Ну вы продолжаете нас убивать все таки да, бля. И, конечно, что мы мир без нами не оставим. Имею в виду, пусть закончим с его, закончим с вами тоже, пусть все, блядь, мы, а, 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 а ту, что раньше было, не, не будет продолжать. Я ж не иду на уль, по улицу с а, ядом а, со мной, только чтобы вы меня опять были поставили в ту ситуацию какой-то а, Гитлер или что-то или там у них у него маршалах или там какие-то что сам собой закончил и, иначе да пусть блядь много раз говорю что хочу пусть раз и навсегда тот пам ну надеюсь что так как у меня есть э, наша связь с э, направ... тот путь где все ваш показывает направление пусть он может пам, и меня выключить отлично будет так что у меня яд не нужен я дам заниматься вот сейчас ну и Майку не могу поставить потому что на нее женские женское лицо да А тут поставил вот Пьер Карден будете говорить потом что там слышал по медиах что-то опять какой-то Пьер что-то жи жи, жи, пьери, жи пьери. Пф, блядь, пожалуйста вы все нахуй да и так в общем я не больше снимать роликах не не думаю не хочу но, конечно вы говорите не надо, другие говорят надо, пусть ты должен, вот я уже не знаю, что делать. Ну да, понял, что то сейчас, что они пытаются всяким методом, ну сейчас как-то выглядит, что Трамп это я, я объясняю, что происходит, вот уже не знаю, что идет на самом деле.